А вот опрос на тему, насколько актуальна для россиян проблема возрастных ограничений при приеме на работу, провел один из фондов общественного мнения. Выяснилось, что более трети россиян слышали о случаях, когда кого-то не взяли на работу, потому что он был слишком молод. И более чем половине известны случаи, когда то же самое произошло по причине превышения возрастного порога. Так все-таки нужны ли ограничения? Согласно опросу, практически одинаковое количество голосов, 38% и 39%, набрали ответы: ни в каких сферах профессиональной деятельности нельзя устанавливать возрастные ограничения. И в одних сферах возрастные ограничения допустимы, в других нет. Ответить затруднились 18% респондентов, и только 6% считают возрастные ограничения допустимо устанавливать